топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе. Бывшая жена звезды сериала «Универ» Виталия Гагунского, модель Ирина Майерко, рассказала, что актер после развода не общается с дочерью Миланой и не платит на нее алименты. Сам артист подтвердил слова модели. «Я действительно не плачу алименты. Но у нас есть договоренность, и поэтому для меня эта подстава подстав была неожиданная», признался Гагунский в интервью для YouTube-канала «Алена Блин». Виталий добавил, что не желает выносить семейные проблемы на публику. Также актер добавил, что без его финансовой помощи Майерко купила себе квартиру и таунхаус. Напомним, что Виталий Гагунский и Ирина Майерко связали себя узами брака в 2017 году, но спустя 2 года развелись. Их роман начался задолго до свадьбы. В 2010 году на свет появилась их дочь Милана. Причиной разрыва, по мнению артиста, стало непонимание между бывшими супругами. Топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе.